Всем привет! Сегодня, как я и обещал, покажу вам, как правильно подкармливать муравьев яйцом белковым кормом. Слишком часто этого делать не нужно, так как основным кормом для муравьев яйцов все-таки являются семена различных растений, таких, например, как мак, лен, горчица, кунжут, тыква и так далее. Кормление муравьев живыми насекомыми – это очень увлекательное занятие. В качестве белковой подкормки сегодня у нас будет мучной червь. Для того, чтобы муравьям легче было его победить, червя мы слегка придавим. Как только муравьи обнаруживают чужака рядом со своим домом, они расценивают это как нападение, выделяя специальный феромон. Незамедлительно поднимают тревогу и нападают на чужака. Победить насекомого, много раз превосходящее по размерам, очень непросто, но благодаря своей смелости и сплоченности муравьи в конце концов побеждают и убивают чужака. Затаскивают свои жилища и поедают. Все отходы выносят из гнезда. Складывает на мусорную кучу. Получаем в результате ценное белковое дополнение к своему рациону.
На этом пока все. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, и тогда вы первыми будете узнавать о новых интересных и познавательных видеороликах на моем канале.